В Твери завершился матч первого тура, в котором хозяева поля принимали футбольный клуб «Красава». Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Главный тренер футбольного клуба «Красава» Сергей Николаевич Чикишев, пожалуйста, ваш комментарий по игре. Ну, несколько дней назад мы дебютировали в Кубке страны. Вот, так сказать, это была дата рождения команды. Сегодня мы дебютировали в первенстве страны, был первый тур. Вот, готовились, серьезно готовились. И, ну, конечно, немножко разочарованы результатом, но в целом по игре считаю, что мы исходим из того, что нам понадобится все равно некоторое время на стабилизацию игры, вот, на вхождение в турнир. Как правило, на это, ну, уходит 3-4, может быть, 5 туров. Поэтому сегодня вот один из таких туров состоялся. Пожалуй, после пропущенного гола очень быстро отыгрались, и похожий момент возник и после второго пропущенного гола. Если бы это могли сделать, то есть могли бы сравнять в этом моменте счет, я думаю, что игра еще бы стала бы интереснее для болельщиков. Вот. И хотя и мы, проигрывая, пропустив еще один мяч, в принципе, старались, увидели, что отыграть потихонечку эти мячи. В целом, считаю, что мы создали достаточно моментов для этого, но соперник сегодня в домашнем матче, в принципе, нас победил. Удивила команда «Тверь»? Вы поняли, что не зря они бронзу завоевали? Нет, не удивило. Я очень хорошо знаю по работе московского «Динамо» тренера Вячеслава Гаранина, поэтому я знаю его хорошо как человека, хорошо как специалиста, поэтому неудивительно. Команда у вас технически очень хорошо оснащена, тактически подкована, есть исполнители на каждой позиции достойные, поэтому, в принципе, «Тверь» хорошая команда. Ну и сегодня был красивый футбол, согласитесь. Он был не только красивым, он был и боевым, потому что и «Тверь» в первом домашнем матче пыталась выиграть, и мы, как дебютанты, тоже пытались не ударить лицом в грязь. Поэтому я думаю, что интересно было болельщикам смотреть. И, в общем-то, такой контекст игры и был, что, в общем-то, именно команды играли в футбол, и мы старались, и они старались. Так что мы в этом плане игры, мы содержанием, в принципе, довольны. Но результат – дело наживное. Постараемся поправить ситуацию в следующих играх. Спасибо, удачи вам. Спасибо вам.